14 февраля на сцене городского дома культуры собрались участники районного конкурса хоровых коллективов образовательных учреждений «Поющая Кубань». О том, как прошел итоговый гала-концерт, смотрите в следующем материале выпуска. Муниципальный этап 4-го краевого фестиваля конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань» был посвящен 80-летию образования Краснодарского края, поэтому песни на сцене звучали в основном кубанские. Хоровое искусство развивается в Славянском районе. Это в очередной раз доказал конкурс хоровых коллективов образовательных учреждений «Поющая Кубань», который прошел уже в 4-й раз. На протяжении нескольких месяцев во всех школах проходили муниципальные этапы смотра конкурса, а на этой неделе состоялся итоговый гала-концерт. Это самое массовое, знаковое событие для культурной жизни нашей отрасли образования, потому что именно хор сплачивает наших ребят и позволяет коллективным духом добиваться побед. 18 хоровых коллективов из 17 образовательных учреждений города приняли участие в муниципальном этапе конкурса, а это более 400 человек. Постоянные участники «Поющей Кубани», а также лауреаты прошлого года – хор 16-й школы. Дети привлекаются к хоровому искусству, им это очень нравится, это большая занятость, это идет большое музыкальное развитие, общее развитие детей. Просто замечательно, здорово. Гала-концерты учащиеся готовились на протяжении нескольких месяцев. Сначала репетиции в родной школе, затем состязания с певцами из других школ района, а потом уже выступления на гала-концерте. Несмотря на серьезную конкуренцию, все участники сумели достойно выступить и показать хороший результат. По итогам муниципального этапа лауреатом первой степени стал хор «Счастливое детство» лицея номер один. Обладателем звания гран-при стал хор детства, также лицея номер один. Все хоровые коллективы были награждены кубками, грамотами и благодарственными письмами за активное участие в конкурсе. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».